Хорошую семью всегда можно безошибочно определить по чистоте. В дому может быть небогато, нет современной техники и дорогой мебели, но ощущение чистоты и порядка присутствует всегда. У Зураба Ривазовича четверо дочерей, матери в доме нет. Естественно, отцу приходится много работать. И при этом не забывать о воспитании. Семья находится на особом контроле. Сотрудники полиции и представители общественного совета относятся к ней с большой теплотой. Все время дети рядом, дети под присмотром. И нам спокойно, что папа, он молодец, он всегда на связи. Если, не дай бог, где-то что-то, папа придет в отдел, позвонит. С инспектором территориальным они всегда на связи. Даже сейчас она в отпуске, и то она знает обо всем, что происходит в этой семье. Как только они переехали, они позвонили, обустроились, позвонили. 1 сентября пошли, позвонили. То есть, да, папа у нас всегда на связи. Ну и девчонки молодцы. Помогают. Поддерживают. И между собой они очень дружные. Подарки в рамках акции «Собери ребенка в школу» оказались как нельзя кстати. Многодетный отец трудится много, но в таких ситуациях никакая помощь не бывает лишней. Сотрудникам полиции Зураб благодарен не только за это. Каждый день или через день, или каждую неделю, или звонит, или говорит: «Зураб, как у вас дела?» Всегда. Вот. Могу признать честное слово, у нас полиция работает отлично. Я их люблю, обожаю. Знаете почему? Когда внимание есть, какой-то тебе вот как-то вот позволит что-то сказать, это очень, очень приятно и очень радует. И дети довольны, и семья довольна. Вике уже 11 лет, а самая младшая из сестер, Катя, пойдет в школу только в следующем году. Но и для детского сада такой рюкзачок лишним не будет. Прощаясь с гостями, девочки обещали учиться только на хорошо и отлично. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».